Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, я продолжаю гамыльский Корсара 3 Возвращение Легенды. Что ж, ребят, нужно как-то допытать нашего генерал-губернатора, чтобы он дал нам задание. На данный момент сейчас 15 марта, он по-прежнему не хочет ничего мне интересного говорить. Так. Там пока что временно поплаваю, наверное, вокруг, тудым-сюдым. Всех... У нас попутчики, Кэп. О, это интересно звучит. Да. Я представляю уровень их Бадхёрта. В плане того, что неожиданно. Не-не-не, тогда лучше в другую сторону вертаем, да. А то они ребятки шустрые, в отличие от меня, они быстро проскочат. Так, из задних орудий есть эффект. Чувак, либо кошки к борту, либо на дно. Одно из двух. Я смотрю, он уже вещи сбрасывает. Братишка. Окей, ты сам выбрал. Я предупреждал. Либо кошки к борту, либо кишки наружу. Сколько вещей полезных, я смотрю, повыбрасывали, капец. А вот с этим будет сложнее, потому что у меня-то нету матросов. Перезарядка будет достаточно длинная, долгая. Скорее всего, я не успею перезарядить, поэтому попробую перехватить. Так, его скорость, пожалуйста, в студию. У-у-у! Он быстрее меня. Хм. Но надежда есть. Что я успею кинуть на него кошку. По-моему, если под таким углом идти, как раз-таки на перерез. Будет идеально. Вот гаденыш, он тоже пытается принять маневры. Экс. Хитрожопа, я бы даже сказал. Все, практически ушел. Странно. Кажется ли он решил пойти мне на перерез сам? Очень странное решение своего стороны. Кошки к борту. Кошки к борту, кишки наружу. Пленных брать не будем, не волнуйтесь. Тихо, парни, потише. Чё, дерзите? Сейчас всех перебьем. Вот ты их сколько. Всем хочется шпагой помахать, а? Какие? А-та-та. Давай, не нервничай. Я надеюсь, что у тебя были интересные товары. Эк. Ты господи. Крепыш какой, а. Спокойно, Бобик. Какие у тебя усики смешные. Икс. Танцуем. Жаль. Хлоп. Крепкий парень, а. Держи. Не жалеешь ты себя, братишка, не жалеешь. Догоняйте. Вау. Опасный парень. Держи. Покойся с миром. Я подумаю над твоим предложением. Готов. Покойся с миром. Ох ты, господи. За что вы так, чуваки? Нельзя. Нельзя так. На, держи. Сойдет. Ай. Бобо. Братишка, ты сделал мне бобо. Нельзя так. Вот, так,
отлично. Дьявол! Бэтс! Ладно. Так, отлично. О, другое дело. Есть эффект. Какие интересные у меня друзья. Помогают его сливать активно. Текс. Держи. Выстрел. Надеюсь, тебе понравилось. Бэтс. Пока. Пока как-то так. Там посмотрим. Тудым, сюдым. Сюдым, тудым. А это опять ты. А это опять я. Какая радость. От встречи с тобой. Так. Давайте успокоим маленько его пыл. Какой бойкий парень. Ого. Окей. Добро. Экс. Сюда. Вау. Однако. Тик. Теперь сюда. Отлично. Вау. Отважно он подошел. Шампурон сразу махает. Держи, мужик. Вот так вот. О! Эффект. Потихонечку тают их силы. Держи. Окей, бро. Дьявол. Пока. Побегаем. Дьявол! Эти, господи. Умри! Что-то как-то я бы не сказал, что ощутимо тают их силы. Вроде смотрю, что валяются, но... Как-то до сих пор еще кто-то есть в живых. Однако. Ай, больно. На, держи. Бятушка. Да, спокойствие, чувак. Разошелся. Вот. Какое дело. Разошелся, блин. Срак совсем потерял. Бац. Готов. Вот. О, другое дело. Полезный удар. Ничего личного, чувак, ты просто никак не хотел дохнуть. Ой, господи. Бякушка. Еще один. За мной, парни. Догоняй. Все будет классно. Немножко разомнемся. Бац. Так, двое осталось. Отлично. Погоди, братишка. Погоди. Торопись. Не торопись. Чего торопишься? Сейчас мы с тобой пообщаемся, не волнуйся. Оба. Вот, а ты переживал. Твое дело. Бэтс. Вот. Отлично. Что ж, посмотрим, что ценного было у этих ребят. Вот,
Что-то как-то на столе у них не очень-то много еды. Бедолаги. Побирались, что ли? Я у них последнее, походу, отбираю. Ужас. Ну ладно. На дне морском всяко будет веселее. Так. Не кажется ли он все повыбрасывал, что можно было выбросить? Либо это был корабль сопровождения, а торговый тот был. Хотя, по идее, как бы наоборот должно было все быть. Не знаю, не знаю. Как-то не густо. Скорее всего, наверное, все повыбрасывал. Там целый след с добра. Тихо-тихо-тихо. Форту. Такс. Теперь разворачиваемся и попробуем забрать добро. Которое вон там валяется. Или не собирать эту мелочь пузатую. Ладно, действительно, что это я мелочусь. Ладно, если бы у меня денег не было, другой вопрос. То я провозюку ее сейчас. О, там, по-моему, души уже плывут. Активно. Пальмовый берег. Потрясающе. Замечательная прогулка по пальмовому берегу. Что может быть лучше? Я чувствую, надо где-то в 20-х числах идти к генерал-губернатору. Вау, сколько битв. Мощно идут, однако. Ну ладно, коль не шутят. Так, это французы. Да ладно вам, не переживайте, я не собираюсь на вас нападать. Фикс. Сейчас 20 число подождем. Как раз маленько несчастный успокоится. Готово. Ну да, можно причалить, почему бы и нет. Сейф. Так, ладно, потом подчинюсь, а то сейчас неизвестно, что мне промотает. Мужик, скажи мне, что у тебя есть задание. Мне, капитан. Ай, теперь точно наверх. Мы приведем ваш корабль в порядок, капитан. Уже не надо. Мои умельцы и так это сделали без вас. Блять, сидится в таверне, я даже не знаю. Блин, сколько дней еще сидеть? Что вам налить, капитан? Давай до следующего утра. Может, теперь он созреет. Все-таки как-никак я потратил целых аж 10 золотых. Ну что у вас там ко мне, капитан? Нет. Ему, видимо, все равно. Он думает, что у меня золотишко в карманах само по себе генерируется. Почкование. Так, в каюту. Какое число взять для идеала? Так. Что если вообще март пропустить? Как вариант, да? Кто знает, кто знает. Может быть, так и лучше. Ладно, сейф. Ну что у вас там ко мне, капитан? О, отлично. Так. Ага. Определенный испанский город, который подвергнется нападению. Присягнуть на верность республике Соединенных Провинций. Хороший выбор, да. А, тоже так думаю. Собственно, приступайте, я готов к операции. Город Маракайбо будет голландским. Да будет так. Отлично. Наконец-то. Я думал, я здесь состарюсь и выйду на пенсию. Что вам налить, капитан? Давай мне этих парней всех в кучку. Единственное, что меня очень сильно радует, это то, что до этого города не так уж далеко и плыть. А, сделаем ручной сейф. Погнали. Он тут находится. Совсем чуть-чуть до него. Так, надо обдумать варианты. Нет, не надо.
Карательный отряд, это хорошо. Какие именно варианты? А такие, что форт брать я не хочу, честно скажу. В одиночку это, на мой взгляд, очень тупо. Поэтому попробуем высадить ребят. Стой, собака! Кошелек или жизнь? Смерть тебе! Это уже другие, да? Вместе надо было действовать, ребят. А то как-то неинтересно. Одни грабят, а другие, оказывается, охотники. Которые взяли мне, поверили на слово и ушли. Плохие из вас. Бандиты. Так, здесь чисто логически, если посудить, все время налево, наверное. На мой взгляд, будет правильно. Все время налево. Хотя, кто знает, кто знает. Ну вот, например, да, здесь вообще пещера в итоге. Проверим варианты. Так, это выход такой. А есть же еще выход такой, который... Такой. Мало ли, вдруг это с другой стороны пещеры выйти. Просто интересно. Ну, а испанцы рядом. Стоять! Что вы здесь делаете? Да, что я тут делаю? Действительно. Бэтс. Готов. Так, все, конечно, мило, здорово, но я не знаю, к какому именно городу я иду. Вот это вот, конечно, таки... Не самый приятный вариант, потому что неизвестно, к какому я в итоге выйду городу. Вдруг это не Маракайбо. Поэтому... А, нет, это Маракайбо. Тогда выпускаем кишки. Все, парни, в бой. Давай. Все будет четко. Бэтс. Входим в самое место. Тихо-тихо. Дьявол! Есть эффект. Итак. Нифига, парни. Два опасны. Запинали несчастных только так. Я в шоке. Ладно, погнали дальше. Красавцы. Четко отработали. Покойся с миром. Так, парни, давай-давай. Вместе одной дружной командой. Все, парни, давай. Черт. Умри. Это было сейчас не очень дружно с той стороны. Я из-за вас целый выстрел потерял. Да ё-моё, хоть убегать мимо. Как нас убивать должен? Есть эффект. Неплохо, реально. Очень даже таки неплохо. Так. Где тут дворец-то? Вот резиденция. Ну, здрасте. Хорошо, что вы нанесли мне визит, капитан. О, здорово. Хе. Да ладно. Хм. Отлично. Над городом Маракайбо поднят новый флаг. Супер. Даже не надо было форт крошить. Ништяк. Если честно, конечно, это очень глупо, по идее. Если форт до сих пор жив, то как я могу захватить? Ну, видимо, здесь у них своя атмосфера. И логика по-своему действует. Или так. Хм. Так, через какие ворота я зашел-то, господи. Так. Настоящее испытание будет вернуться обратно. Я попробую. Выбор-то у меня невелик, на самом деле.
Текс. Окей. Блин, у меня есть звание главное, а толку никакого. Я ничего с этого не имею. Смысл в этих званиях? С таким же успехом можно было быть свободным пиратом. Плавать там, где хочется. И когда хочется. Так. Да ладно. Не будем о грустном. Тикс. Почти добежал. Еще чуть-чуть осталось. Ну вот, еще даже пришлось маленько скупнуться. А нифига, у меня еще ребят уйма. Ладно, сейф тогда. В таком случае, почему бы и нет. Мне кажется, это уже по мою душу. У нас попут... Да. Я так и знал. Что ж... Господи. Сколько их, ёшки-матрёшки. Ага. Интересные ребята. Так, вот досок у меня, конечно, не густо, честно скажу. Не знаю, хватит, нет, на ремонт. Или проще перезагрузиться, да доплыть спокойно. Без всяких боевых действий. Не знаю даже, как лучше. Тикс. О, там уже друг друга толкают. Гениально. Да-да-да, продолжай его толкать. Вот те пути. Кибякушки. Икс. Не боюсь, чувак, на абордаж я тебя брать не буду, не волнуйся. Мне нафиг не сдался. Они вообще, кстати, на абордаж не хотят подходить, как раньше. Правый борт готов к залпу. Все категорически он прячутся. Друг в друга бьются. Но подходить никто не хочет. Экс. Просто неудобно. Узенько здесь. Вот они и бьют друг друга. Такс. Да, не густо. Окей. Ладно, ребят, не буду заниматься этой порнографией. Это очень долго и нудно. Честно скажу. Вижу вымпел! Испанский. Вот так, хоп. Красиво их обходим. Одной, второй, левой. Вижу вымпел! Вот. Эй, всех обманул. Красава. Обвел вокруг пальца. Целая эскадра за мной. Уйти, господи. Кто-то, похоже, обиделся очень сильно. Ну ладно. Швартуемся. Чё, командир? Давай. Что ты мне сообщишь, ну, что интересно? Что у вас там ко мне, капитан? Да? Так, блистательный это глад. Теперь ты. Опачки. Молодая нация жаждет победы. Мы делаем все для процветания, бла-бла-бла. Итак, вы славно потрудились, у меня больше нет для вас заданий, но я искренне надеюсь, что наши дальнейшие действия в Карибском регионе будут такими же эффективными и такими же
эффектными. Понятно. Полагаю, вы можете на меня рассчитывать. Бла-бла-бла. Патриота. Прошу принять от меня 300 тысяч в качестве оплаты за вашу преданную службу. Скажите, как вас план оста? Отоспаться. Ха. Так, ну что ж, ребят, в принципе, на этом все. Получается, голландскую линейку я закончил. Больше тут уже я ничего не сделаю. Именно в плане голландцев. Тут есть только рандомные, да, вот эти генерируемые квесты проходить. Но я не вижу в этом смысла, поэтому, наверное, пожалуй, все-таки я закрою уже официально прохождение Корсара 3 Возвращение Легенды. Как я обещал, я выполнил то, что было мной поставлено и задумано. А линейку ту, которая касается свадьбы, получения жены, поскольку никто так за все это время не поинтересовался и не отписался по этому поводу, что ж, я тогда проходить не буду. Только не надо делать так, что сейчас я закрою, уже все, перейду на другую какую-нибудь тему. Да, ну, например, следующее дополнение Корсаров начну проходить. И там кто-нибудь напишет, а пройди это. Нет, я уже проходить это не буду, без обид, но мне это уже как бы не интересно, я хотел бы пойти дальше. Вот. Так что, всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, кому понравилось, не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока.